Если у вас миграционная история, вы человек с миграционным прошлым, знаете ли вы свои политические возможности? Я фрау Рёрих. Я нахожусь в интеграционной рате с 2012 года. Тогда приходите и присоединяйтесь к нам. Вы хотите играть политическую роль и появлять ситуацию в городе Эмден? Интеграционный совет город Эмден был основан в 1992 году. Он является представителем политических интересов людей с миграционным прошлым. Он представляет иммигрантов в городском совете и в администрации города. Способствует укреплению сплоченности в обществе и продвижению демократии в нашем городе. В субботу, 12 марта 2022 года, состоятся выборы в новый интеграционный совет город Эмден. Мы настоятельно призываем вас проголосовать в этот день, даже если у вас нет немецкого паспорта. Придайте своему голосу политический баланс и выберите своего представителя в миграционный совет. Это ваш шанс участвовать в политической жизни нашего города.